Привет-привет! В этом видеоуроке мы с вами сложим вот такую подставку под чашку оригами, которая станет украшением для любого чаепития. Для складывания подставки нам понадобится 2 квадратных листа бумаги любого цвета со стороной 15-20 сантиметров. Я взяла листы разного цвета. Начнем. Берем один квадрат и намечаем вертикальную и горизонтальную линии по центру. Делаем базовую форму шкаф. С обеих сторон загибаем углы к центральной линии. Разворачиваем складки и переворачиваем фигуру. Загибаем оба края модели к центру. Берем один слой бумаги вот здесь и тянем его на себя, формируя вот такой угол. И повторяем то же самое на каждой части. Переворачиваем модель. Загибаем одну сторону к центральной линии и легонько намечаем сгиб, только на центральной области. Здесь делаем то же самое. Теперь каждую сторону мы загибаем до только что намеченных линий. Дальше загибаем один край уголка так, чтобы вот эта сторона легла на вертикальную короткую линию. Перегибаем вот эту треугольную часть пополам. Остается только раскрыть полученную складку и поместить вот этот вот торчащий край в небольшой кармашек. Вот что должно у нас получиться. Те же операции мы повторяем с каждым из уголков. А сейчас давайте закрепим технологию складывания элемента на втором листе бумаги.
соединяем обе части. И наша нежная подставка готова. До новых встреч на Оригамире!